А я с вами все это время могла разговаривать. Вот так вот. А не разговаривала просто потому что. Потому что because fuck you, that's why. Привет. Чё как вы? Чё как вы? Я забыла звук выключить. Чё как? Чё как? Чё как? Я к вам традиционно с мокрой головой. Традиционно с... Надо надеть лосинки. Хорошо, это хорошо. Я рада, что у вас все норм и все хорошо. Если честно, потому что, черт возьми. Потому что, черт возьми. Так, сейчас плюс-минус. Так, Night Maxis. А ну-ка, давай, у нас с тобой сегодня больше общего. Чё, плюс-минус. Чего плюс-минус? А, в смысле, хорошо, это... А, в смысле, что я к вам с мокрой головой, что ли, это хорошо? Или что хорошо? I don't get it. Explain yourself, man. Дела средние. У тебя тоже дела средние. Да так, средние... Короче, давайте я вам свои дела расскажу. Свои дела расскажу и полирну хорошими новостями. Короче, я сегодня спала 3 часа, потому что, как бы, ну, сон для слабаков, вот это все. Поспала я, значит, свои законные 3 часа, уснула в 7, проснулась в 10, решила, что, черт возьми, пойду сдам анализы, которые вот мне уже нужны, собственно, в пятницу с ними идти к врачу. Сходила, сдала анализы. Правда, девочка... Я не знаю, как этих людей называть. Они не лаборанты. Кто они? Люди, которые забирают у тебя материал для анализов. Как она называется правильно? Ну, короче. В общем, девочка у меня забирала анализ тот же, та же самая, которая брала кровь. Она супер клевая, супер, прям вообще, прям ее затискать, заобнимать хочется. Она очень крутая. Вот. Я, значит, вернулась домой. Успела чуть-чуть покушать, и мне звонок в дверь. Я открываю дверь, там стоят два парня. Такие, типа, мы из Облэнерго. Вы из какой квартиры? Говорю, 65-й. Они такие, а мы к вам отключать вас пришли. FBI, open up! Привет, Райган. Привет, давно я тебя не видела. Короче, мы вас пришли отключать. У вас долги, все такое. Говорю, я как бы, ну, у меня, типа, последняя квитанция, которая мне приходила, у меня оплачена. Ну, показывайте. Я еще ничего не нахожу, естественно. Мы с ними договорились, что мне один из них дал свой номер. Типа, сбегайте в течение часа, оплатите полностью всю сумму. И, мол, квитанцию скиньте мне на Viber. Естественно, когда ты начинаешь торопиться, у тебя везде все закрыто. И здесь у тебя перерыв. Там у тебя что-то не работает, здесь у тебя огромные очереди, здесь тебя что-то хотят, здесь тебе под руку лезут и все такое. Короче, с огромным трудом я за этот час оплатила сраную квитанцию. Пришла домой и выяснилось, что у нас, оказывается, Облэнерго наше какое-то время назад, вот так вот пару-тройку месяцев назад, разделилась на две компании, которые работают вместе. Одна компания тебе просто подает в город электроэнергию, а вторая компания этой электроэнергией рулит. И она решает, там, сколько, ну, она смотрит, кто сколько потребил, кому сколько денег начислить. И самое прекрасное, что третьи люди приходят тебя отключать в случае чего. Они вообще не в курсе, что происходит. У нас просто есть список, вот мы пришли. До свидания. А, помимо этого, прекрасное заключается в том, что к нам регулярно ходит женщина-контролер, которая снимает показания. Но и она снимает показания, и ты каждого первого числа... должен сейчас, теперь, должен подавать показания по счетчику. И в результате то, что снимает она, и то, что подаешь ты, что отличается, естественно. И в квитанцию записывают то, что подала она. Теперь, чтобы получить квитанцию, тебе нужно ножками пойти в их отделение и вот там ручками взять квитанцию, потому что просто так себе квитанцию уже, ха, не факт, что принесут, потому что последние 2 месяца у меня квитанции не было, как раз-таки потому, что мне их, блядь, никто не приносил.
У тебя есть сайт Облэнерго, официальный государственный сайт. Ты там заводишь себе личный кабинет. В личном кабинете с какого-то момента перестают приходить, появляться какие-либо обновления по там счетам, по суммам, по всему. Вот это бюрократия, это пизда просто. У тебя перестают приходить какие-либо оповещения. Оказывается, что теперь тебе нужно этот личный кабинет завести на другом сайте, вот этой новоотпочковавшейся компании, которая решает, у кого сколько денег, кто сколько денег заплатить должен. А на старом сайте, в старом личном кабинете мы не можем объявление повесить о том, что, ребята, вот теперь вот здесь перерегистрируйтесь, пожалуйста. И по факту я сегодня заплатила, и у нас еще самое важное, самое интересное, что до разделения у меня был один расчетный счет. После разделения у меня теперь другой расчетный счет. Этот долг я оплачивала на старый расчетный счет. Где, блядь, эти деньги сейчас? Я не знаю. Я завтра буду... Praise the sun! Плюмбу, привет! Между тем я не поздоровалась с вами, сорян, ребят. Сорян, привет. Я пойду завтра с этими квитанциями к ним туда и спрашивать, типа... Это просто фейспалм вот такенный, потому что жопа латекс РПЦ, кто так делает, зачем вы не предупреждаете об этом? Но, слава богу, мне сказали, что, типа, ну, давай, иди, короче, оплачивай этот долг, окей. Потому что они тоже... Откуда мы знаем, что вы пойдете платить? А мне, блядь, оно надо. А мне, блядь, оно надо, чтобы вы мне все отключили, чтобы я бегала потом в этот в Облэнерго, писала заявление, писала, платила штраф и подключала и ждала несколько дней, пока меня подключат. У меня, блядь, холодильник, морозилка полная мяса. Идите нахуй, мне это не надо. Короче. Пиздец. Проценты с песни. Фэбл. Ты прекрасно знаешь, как у нас все это работает, говно. Ты прекрасно все понимаешь. Прекрасно все понимаешь. Вот, короче, вот примерно как-то так. Сегодня мой день. И еще в танк я могу сделать теперь вот так. Это вот это... Да это просто пизда. Сейчас прям вам прочитаю твое сообщение большое. Это просто жопа латекс РПЦ. Но сегодня у нас хорошие... Во-первых, у меня две хорошие новости. Во-первых, первая хорошая новость заключается в том, что наконец-то я могу выпить свое бухлишко, которое меня ждало полторы недели. А во-вторых, ребята, хорошая новость заключается в том, что... Вашу ж мать! Ну что это за дерьмо? Кому в руки насать? Яс. А? А? Фэбл, нет, там... Там деньги не ушли навсегда, потому что я сидела, читала вот это вот все и, короче... Тебе нужно просто написать заявление, что, пожалуйста, вот с этого расчетного счета переведите деньги на вот этот расчетный счет. Потому что есть, оказывается, огромное количество людей, которые оплачивали электроэнергию наперед очень сильно. И типа вот был вопрос, а если я понаоплачивала наперед, а теперь этого расчетного счета не существует, то что мне делать? Типа пишешь заявление, тебе перевозят их на новое. Да. Собственно, у нас новый смайлик, который называется «Леди». Вот. Вот. И теперь, когда вы его пишете, он проигрывает еще и звуковую команду. Теперь я могу вам показать оригинал этого смайлика, который не приняли. Хочете? Давайте я его в Discord сейчас прямо при вас загружу сразу. Новую мошку. С оплатой счетом через приват до НГВЛ1 потом. Ну вот, вот видимо, что-то такое. Что-то где-то вот как-то так. Все, я вас поздравляю с новым смайликом. Где он? Я вас поздравляю с новым смайликом. Гениальный смайлик, кстати, да? Да, команды могут быть без восклицательного знака, и вот как бы да. Да, что это? Это смайлики, Райган, это смайлики. Смайлик Тулху в танке и смайлик Леди, который прокает еще и звуковую команду. Хороший. Хорошо. Вот, можно пользоваться во все эти самые... как бы счастье, радость, смайликинство, как говорится. Видимо, много. Ты многовато упустил, пока тебя не было. Но сабы-конки ты застал. Но вот смайлики уже нет.
Ну и, собственно, смайлик у меня был сначала вот в таком варианте с факом, собственно, за звездочкой, закрывающей ю, и, собственно, вот такой полностью с этой самой, с полностью полной цензурой. Первые два отклонили, и финальные приняли. И теперь понимаете, почему меня не устраивало, что черный был фон? Потому что, блядь, черная шляпа. Черная. На этом фоне, конечно, тоже не идеально видно, но как бы, oh well. И вот это вот все. Наша радость сильнее, чем вы ее выражаете. Вы радость выражаете очень скупо. Как вот, знаете, стереотипно. Мужчины не выражают радость. Где моя радость? Где моя радость? Где моя радость? Где моя радость? Где счастье вот этого? Привет, мистер Пиклз. Привет, тебя давно не было видно. Как ты? Гнусная ложь! Гнусная ложь! Ложка — это маленькая ложь! Кейлости! Привет, Бубале! Привет. Смайлик! Пуп! Подписался я давно, а в 20-го какого-то будет юбилей 2 месяца. Ну да, я помню, что у тебя... давняя подписка, а самый юбилей. Raise the sun! Так, мне нужно прочитать сообщение Плюмбума. Спасибо, что произдесанул. Мог получить все достижения... Тихо. Вот, я иду читать. Заодно прохождение игры. Но я забыл про достижение одно, где надо было оставить браслет себе. Также вырубить сначала 50-100. Первый 50 входит 100. Прочесть все 29 книг, которые дают опыт. Насчет последнего я бы очень сильно удивился, если бы выполнил, а которые на вырубить я не набрал даже 50, просто максимально сторонился врагов. А, ну ты ж скрытно проходил. Ну да. Ты ж скрытно проходил, поэтому... Ну, да, да. Ну, в целом, да, как бы реалистично все пройти за один ран, если вот знать, что тебе нужно там вот здесь 50 этих, потом 100, и прочитать там все книжки, оставить браслетики, и не знаю, что за браслетик, но anyway, то да, в принципе. Но эхэхэй! Эхэхэй. А сейчас тебе придется второй раз перепроходить для вот этого всего, да, получается же? Ну, ты вроде так планировал, если я правильно помню. Может, про няню, может, я неправильно помню. Нормально вроде сами как. Сами как сегодня с приключениями. Я сегодня из вот этого всего еще у себя тренировку отменила, потому что я просто вот в такие слюни. Я очень надеюсь, что бухлишка меня свалит сегодня спать через там часиков 5. Потому что 6. Потому что, ёб твою мать, как говорится. Как говорится. Так. Мы с вами. Что? Мы с вами что? Я теперь могу себе позволить... Чтобы тебя замечали. Я так понимаю, да? Да? Ну да, теперь ты можешь проходить как угодно, тебе главное сделать вот эти вот три, там, несколько вот этих ачив... А, читы! Окей. Я поняла. Я что-то каждый раз я про читы забываю напрочь просто. Просто напрочь. Но, собственно, да, теперь ты можешь все это... Теперь ты можешь быть... Чита! И спокойно проходить себе штуки, просто довыбить ачивки. Просто выбить ачивки. Так, мы с вами сегодня пойдем. Можно было бы, конечно, опять пойти в Death Stranding, но я не хочу заколупываться в одну игру, и у меня настолько максимально сейчас затуманен мозг, что... Сэп! Ты видел, что ты видел? Ты видел, что ты видел? Видел, что у нас? Видел. Видал, что? Ну, я думаю, ты видал или слыхал. Нани? Видел, хорошо. Я надеюсь, вам нравится смайлик. Потому что, на удивление, с вот этим, вот этот смайлик меньше всего проблем вызвал. То есть у него было буквально
первый вариант, мы сказали, исправьте, пожалуйста, губы, там, переделайте их, потому что они были такие очень, знаете, не совсем томные. Переделать губы и все, идеалити. То есть там было буквально два варианта. Читерить можно только после первого. Ну да, видишь, плюмбу ему просто надо как бы ачивки да выбить и вот это вот все. А что Твич стал спрашивать по 10 раз? Слушай, ну может у тебя настолько нежная психика, что как бы вот ты не вывозишь маты, не вывозишь тематику и не вывозишь вот это все. Еще если грязь сегодня не продали в одном из магазинов. Каждый раз по поводу бритья я вспоминаю вот ту картиночку, помните, там где-то брутальный мужик с бородищей, потом он бороду сбивает, а такой младенец. Steam систему ачивок должен переделать. А чего систему ачивок переделывать? Просто есть игры, которые заточены на ачивки всякие. Есть игры, которые, типа, знаешь, это вот для ачивка дрочества всякого. Есть игры, в которых у тебя, типа, ну, норма, ну, как-то рассчитано, все нормально. Ууу, сишки, ию. И сипка, блядь, снова! К слову, она же вся сломана. А что там? А что там? Могу позволить. Ты все равно в DS забанили. Хотя нет, вряд ли DS со Steam связан. Хотя, может, связан. Скорее всего, связан. Видимо, пора начинать смотреть. Да, My Little Pony. Вот это вот все. Покупать детские книжки, пересаживаться на детское питание, там соки, вот это все. Так что. Яй-яй-яй. Привет. Нани! Че, кстати, удивился, в оригинале нет новой игры плюс. А, то есть только в Director's Cut они добавили. Ну, видишь, ну, в принципе, логично. Ты выпускаешь Director's Cut, и помимо того, что ты как бы добавил там DLC, вшил, тебе нужно еще что-то сделать. Процент выбитых ачивок в некоторых играх работает некорректно. А-а-а, не, ну, такие штуки надо чинить, да. Такие штуки чинить надо. Соки я люблю, особенно с водкой, особенно томатный. Да? DS2 тоже добавлю пройдет. А какой вариант забанили? Если ты в Дискорде можешь посмотреть, если у тебя есть возможность, я его скинула. У нас сейчас на шляпке написано полностью цензура, раньше в оригинале на шляпке фак написан. Я его в Дискорд загрузила. А, второй? А, какой второй вариант забанили? А, второй вариант фак ю со звездочкой была, такой частичная цензура. Вот, у нас был полный вариант, частичная цензура, полная цензура. И вот, собственно, полная цензура только прошла. Но, слушайте, они прошлый смайлик отклонили 9-го, то есть на первый рассматривали неделю, второй 4 дня, и этот на третий день они такие, ну, короче, окей, ладно, давайте, подходит. Этот нам уже подходит, окей. Кстати, апельсиновый и вишневый. Никогда в жизни. Я, кстати, водку, я вам рассказывала, что водка была в моей жизни один раз, я потом блевала дальше, чем видела. И так что в моей жизни не было водки с соками. Нет, просто факт. Просто там юбы не попало, оно просто было вот такое. Вот такое было. Там без ю, просто одно. Одно слово факт. Блин, у меня кусочек лимона здесь в зубе застрял. Так, окей, пошлите аутировать максимально. Я не хочу сейчас максимально фокусировать, блядь, очень много максимально. У меня иногда, конечно, речь становится просто как у дуралея какого-то. Я не хочу сейчас фокусироваться только на Death Stranding, потому что я просто чувствую, что я, блядь, пойду строить. Вот здесь мосты, сука, вот там мосты, вот тут доносить, там доносить, в жопу это дерьмо. Меня засосет, я себя знаю. Мы пойдем аутировать в психонавтов, чтобы DS Райган мне понравилось. Мне понравилось при учете, что у меня не было никаких ожиданий от игры. Никаких вообще ожиданий. Мне понравилось. Лично для меня она
красивая, хорошая музыкальная составляющая, приятно играется, приятно управляется, интересный асинхронный вот этот вот мультиплеер, когда персонаж, ну, ты видишь постройки других людей. Вот. Так что такое. Стоит ли брать за 3500? Подожди до лета. Подожди до лета, потому что сейчас она пока что на PS, летом она выйдет на ПК. Ты сможешь спокойно, если что, ее спиратить, посмотреть, если тебе будет нравиться, то как бы покупай. Потому что мне очень понравилось на самом деле. МГС... Нет, МГС я вообще ни в какие не играла. Аутировать в фуре. Да. Ну вот, Джин лучше. Специфические вкусы джина или виски. Вот мне тоже специфические привкусы, вот эти вот, они не очень нравятся. Челлендж как-нибудь потом сделать, пройти директорс кат на все достижения за один ран. Слушай, блин, ну это сурово. А как ты, правда, ты постоянно контролируешь, где какие достижения, или у тебя есть какой-то гайд, по которому ты это делаешь прям бум? С колой содовой могу. Так разрушайся. Блин, приветики. Только мы сегодня не в Death Stranding, сорян. Кстати, блин. Блин, товарищ курьер, дратуйте. Кстати, может быть, блин, я смогу видеть твои постройки чуть дальше, потому что, как я выяснила, мы с KLST еще тоже про это все разговаривали, и, по идее, чем больше я связей налаживаю, тем больше всяких штук я начинаю видеть. Может быть, ты по сюжету находишься чуть дальше, и поэтому я твои постройки не вижу, и твою санину не вижу. Может быть, так еще. Потому что, типа, чем дальше, тем больше всего ты начинаешь видеть. Вот, так что вдруг, может быть, maybe, yes, maybe not, посмотрим. Если нет, то и нет, как бы. Есть сейвлоад. А, ну да, сила сейвлоадыш. МГС и пятая не играла вообще никакие. Не стоит такой цены, не стоит ни одна игра. Стандартная 60... стандартная цена AAA. Нет? Разве? 60 этих. Если возьму, то по скидке, либо региональную сделаю. Но у нас она стоит 1800. 1800 это сколько у нас? Дайте глянем. Сколько сейчас доллар? Да, у нас 75 она стоит. Не, у нас она стоит выше. Да, 75 баксов у нас она стоит выше. Так что здесь надо, чтобы поправили. Либо поправили региональную цену, либо чтобы скидоны были. Товарищ курьер. Есть гайд, иногда в него заглядываю. Не всегда... Ага, все, я поняла. По гайду. В Украине у нас 75 долларов она стоит. В Украине она 75 долларов стоит, да. Выше европейской, что-то кто говорит, Ксардос говорил, что только в Израиле и еще где-то в какой-то стране цена выше, чем у нас. Казимба гений и все такое, но... 3.14, 60 долларов, 2К вроде. 60 долларов это не 2К рубасов. Не, 70 баксов это не региональная у нас цена, да. Не, ну так это. Дрот, приветики, спасибо большое за хост. Спасибо огромное. GTA 5 когда вышла? Курс-то с тех пор того сделал. Айнане вверх. Понимаешь? Ну и плюс региональная цена в каждом регионе. Она выставляется издателем, который немножечко иногда делает херню. Поэтому... 4500 рублей ДС. Ну вот, 4500. 4500, вот она в плойке. 60 долларов. Ну вот, 4500 она стоит. Короче, вот такие вот дела. Мне, конечно, очень хочется сейчас пойти аутировать дальше и играть в вот это вот. Тут строить, тут прокладывать, тут... Потому что я настолько люблю такую аутичную херь. Вы знаете. Вы прекрасно в курсе. Но мы пойдем аутично херировать. Внезапно. Это мой чатик. Посмотрите, какой он длинный и большой. А? Размер чата-то.
Чатата. На байке, короче, я закончила на том, что я байк починила. Я его починила, я его зарядила, починила, прокатилась на нем чуть-чуть, поняла, что я не понимаю, как на нем ездить, потому что ты, типа, что там, R2 у тебя газует, L2 у тебя едет назад. И, короче, что, куда, я... Непонятно. Будь здорова, сладкая. Будь здорова. Вот, в общем. Но я пока не покаталась полноценно. Но я так поняла, я чуть-чуть посмотрела. Мы сможем увеличить себе груз носимого на плечах, добавить еще всякие штуки, которые будут за нами ехать, и натащить груз. И, ребята, я буду просто... Вот это вот, понимаете? Блядь, одновременно. Вот это меня всегда пугало, знаете, в попытках там папы и брата научить меня водить машину, когда они говорили, не нажимай газ и тормоз одновременно. Но я не контролирую свои ноги. Иногда. Научишь нахилировать, думал по сюжету. Па-да-па-да-да-да-да-да-да-да. Да, Дарк кто-то вспоминал. Мне, кстати, мы можем, в принципе, в Дарк пойти, if you wanna. Как вы? Я сейчас, подождите, у нас есть новая фича. Новая фича. Тихо, не разговаривай. Новая фича на Твиче. Сейчас я вам ее покажу. Дополнительные точки для связи с сетью, за них тоже прикольно. Блин. Но там реально очень прикольно ходить и всякие штуки исследовать, потому что оно прям забавно. Я готов ИДС строить. И ИДС смотреть. А что там? Ну, в самом деле, что там так педалей много? Нельзя было одну оставить. Нельзя еще голосовым управлением херячить. Подождите, а где? А, его нету, его убрали. Щука! Убрали, ладно, окей. Они добавляли в какой-то момент голосовалку, типа, внутри Твича непосредственно. Потому что это не моя голосовалка, мне нужно другую. Подождите минутку, мне нужно либо релогнуться. Сейчас. Но вы уже можете мне и так сказать. Да что такое? Все нормально, че? Какой-то. Доступ запрещен. Так-то хорошо. Вот они, опросы. Смотрите. Смотрите. Я специально... У меня очень много вот этой неоднозначности начинается, когда пишут, когда Death Stranding сокращают как DS, потому что такой... Потому что у тебя DS — это Dark Souls, Dead Space, Death Stranding. На достойно интересно смотреть, Викуль что-то делает, но не отвлекается от чата. Но я и здесь не буду отвлекаться сейчас. Don't Starve, Dark Side, куча всего. Дед старый, в конце концов. В конце концов. Еще им приятная музычка. Да, музыка прям хороша. Музыка вот там прям хороша. Тут я вообще спорить даже не буду. Очень хорошо. Так, дайте я вы сейчас будете моими тестовыми объектами. Сорян. Что там? Что там? Я примерно могу подозревать, но что там? Я буду просто... Вот это вот. Ой, как прям. Дмитрий Соколов, он не игра, но тоже, ну, тоже DS, собственно. Ноги. Да.
Да что ты печатаешь? Опа! Заработала? Не заработала. Не заработала, да? А, нет, вон опрос! Есть опрос, ребята! Опрос есть! Пожаловаться? Он сверху. Он в чате сверху. В чатике сверху. Хороший третий вариант. Но там нет третьего варианта. В смысле? Для этого скат есть одно пенсовое достижение по кличу нахождения всех 29 книг, связанных с DLC. Пройти DLC, ни разу не беря оружие в инвентарь, ни разу не улучшаясь, ни хера себе. Вот это весело. Дарк победист. Вот это прикол. Вот это прикол. Подрыв очка. Готов на страницу смотреть. Могу пожаловаться на опрос. Хороший третий вариант. Ну да, в целом они вот эту штуку сделали хорошо. И она, насколько, я не знаю, я видела, как в чате голосуют циферками. Ну, типа, здесь ты открываешь всю эту штуку и выбираешь, чё кого. А я видела, как оно открывается там у тебя, типа, ну, во время стрима в уголочке такое отдельное окошко. Типа, первая единичка — это такой вариант, двоечка — это такой вариант. Мол, типа, тебе какое, ты голосуешь, в чат пишешь просто цифру, и оно учитывает, засчитывает. Вот. Ну, пошлите, Дарк. Пошлите, Дарк. Я вам обещала сделать отдельно. Я, кстати, починила звуки из Little Miss Fortune. Есть что? Есть что? Кто это спизданул? Кому, блядь, бошку оторвать? А, кому в руки нассать? Нет, кому бошку оторвать, ладно. Мне еще надо выучить звуки все. А в хитбоксе было... очень... Ну, вот такая голосовалка, на самом деле, очень удобна, потому что ты не расспрашиваешь людей, ну чё, кого, как. А ты просто лёпнул, причём, что у тебя они короткие, максимум на 3 минуты ты его можешь поставить. То есть ты не будешь что-то сидеть и 10 минут мучиться. Чё как. Поголосовал спокойно все и давай налей чайчик, потому что мой чай все, у меня есть другой чай. Здравствуйте, как бы 18+ по этой причине и по этой тоже, но сделали прям нормальненько. Нормально. Не любитель насиловать своего чела, я когда сейчас узнала тебя про DLC, чуть не словила фарш жопы. Хитбоксе очень давно. DLC в Director's Cut нельзя пропустить, то есть тебя насильно туда суют. You tried. До этого люди... Да, до этого люди пользовались Строполом, но, опять же, ты знаешь, отдельная ссылка, по которой тебе нужно кликнуть. Мне еще интересно, на самом деле, как эта штука на мобильной версии работает. Ну, то есть здесь, когда у тебя большая вот эта вся штука, тебе удобно. Как оно работает в мобилке? Очень любопытно, если честно. Сейчас, пока мы настроим, Net Maxis успеет прийти, успеет вернуться. А, сразу? Ок. Сейчас, подождите. Каждый раз, когда я создаю новый источник, добавляю. Сейчас посмотрим. Я сама не знаю, что за дарк. Я могу вам рассказать, как я выбираю игры обычно. И это максимально незамысловатый способ. Так, нет, сейчас, подождите.
заново. Не-не-не, не про вампира, не про вампира. Баба из Юна меня, короче, каждый раз смотрит, когда я добавляю новую игру. Так, во-первых, принудительное масштабирование. Во-вторых, пожалуйста. Да, я благодарю. Очень сильно. Потому что игры в последнее время начали ломаться в плане вот этого вот принудительности масштабирования. Почему ты проголосовал за Дарк? А почему ты проголосовал за Дарк? Может, ты не хочешь просто психонавтов и проголосовал от противного? Вот. А, ну, короче, я не делала голосовалку. Помните, я обещала, что мы начнем Death Stranding. Я сделаю отдельную голосовалку на Астрополе о том, что, что мы играем, типа, дальше. Но я не сделала... Высочайшее! Но я не делала, потому что... Я поняла, что очень много вариантов, и, в общем, в жопу просто. Проголосовал за Дарк, потому что ты была протестант. А что за игра? Я не понимаю, просто я, по-моему, не слышала про ту, которую ты имеешь в виду. В моих мозгах что-то сломалось. Я не понимаю, зачем ты это сделал. Я хз. А, слушайте, наверное, да. Наверное, подумал про Dark Souls и на радостях проголосовал. В самом деле. Но я так понимаю, что эта игра максимально коротушная. Как бы ничего такого. Давайте сделаю себе погромче чуть-чуть. Так было? А по длине мисс Фортуна. Ну ничего, не на 10. Я, в смысле, короткие игры для меня это игры до 6 часов. А, рассказывается о человеке, который внезапно стал вампиром. Его приняли в какой-то культ. На протяжении всей игры он пиздится с другими вампирами. Как бы игра годная, нет. Я не думала. Не, я про Black Dragon. Про Black Dragon. А можешь в Discord написать... Потому что вот это сейчас удобно так, конечно, нихуя себе. Окей? Окей? А, он Dark так и называется, просто Dark. Визуально похоже на Little Nightmare. Она визуально похожа на Little Nightmare? Little Nightmares. Но это нихера себе. Охуенно, посмотрите, что происходит. Слайлинкс, приветики, как ты? Я видел Dark, нажимал Dark, но думала, Death Stranding, кажется, это все со своими сокращениями, иначе Death Stranding в списке не было. Слушайте, прикольно. Круто. Блин, круто. Немножко голова. Ага. Прижались, побежали. Что еще у нас есть? Ничего. Блин, охереть. И этот звук бум. Очень люблю такое. Тоже на мгновение подумала, что второй вариант про курьера, но успел прочитать. Аннулируем голосование. Как и так она и работает. Дискорд скинул обложку, думаю, первый. Спасибо большое. По фотке хз. Чё за... А? Эта игра не из часовых. Эта игра не из часовых. Но! Есть жизнь вне часовых игр, я считаю. Должна быть жизнь вне часовых игр.
Ты проголосовал за игру, которую нагло пропихнул кто-то другой, именно. Кто-то другой Night Maxis. Ой, как громко. Это она... возмутительно! Молчать! Сегодня провожали сотрудника, с которым вместе были на курсах. И ты там остался, ну, не один, но... Блин. Очень. Ага, по звуку тут как бы хер там. Окей, окей, ладно. Потому что очень громкие звуки перерабатывания механизмов. Знаете, новый объект, шестеренка. Немножко головоломок у нас тут с вами. А кто ее пропихнул? А никто? Другую компанию. Блин, ну, я надеюсь, у него в компании это будет все хорошо, но все равно грустненько, потому что вместе начинали как-то... Как-то так прям. И... Кто ее пропихнул? А ты про нее говорил? Она есть на жизни. Это вне часовых. Жизнь вне часовых, ребята, представляете? Вы что хотите от меня сейчас? Ёб твою мать. Это легко. Головоломки! Люблю головоломки. Хоррор, надеюсь, что это хоррор, иначе не прощу, что это не Краков. Не, не Краков. Когда мессенджер на где-то с вот завтра, послезавтра, что ли, должно обновиться. Может, там раз в неделю. Хоррор-головоломка. Игра хороша. Остался еще один чувак, правда, ему уже ближе к 40, так что у нас разные. Ну да, разные взгляды на жизнь, разные, ну, все-таки одно дело, когда у тебя плюс-минус эмблема, что осталось? У тебя есть ключ, лучше, у меня есть рисунок ключа, у меня есть эмблема ключа. Одно дело, когда это чувак за 40, как бы, когда у вас большой разрыв в возрасте, другое дело, когда твой сверстник и... Мне кажется, я должна была снять вот это вот. Бьюм! Шестеренка. Некроков у некроматери. Некроков будет в Death Stranding, ребята. Некроков будет в Death Stranding. Так, что происходит? Bite my shiny metal ass. Ты можешь спокойно просто леди слать в чат, и все еще будет звук проигрываться, если что, VIA-шка. Сбитый? Это как квас вместе с бухлом. Это очень странно. Эмблема ключа, подождите, а... Опа. Вот это я пропустила. О, ебать! Можешь спокойно спать в чат, не переживай, что у меня будет... Ну, в смысле спать? Я не говорила спать. Спать ты спокойно не можешь. Слушайте, чё? Я что-то не понимаю. Чего я не вижу? Ключ я забрала отсюда. Слать
Можешь спокойно слать в чат, не переживай. Да, и ты можешь не переживать, что тебя пошлют. Никто тебе слать не будет, но можешь спокойно смайлик смайлик спать. Можешь спокойно спать смайлик, потому что он потихоньку тебе это. Короче, он проиграет. Проиграет звук. Это круто, странно, но я почему-то ни у кого не видел смайликов. Скажи, офигенно. Кстати, идея Натахина. Тук-тук-тук-тук-тук, блять! Идея Натахина. Это очень клевая идея. Но он у нас проигрывается из-за того, что у нас юзается чат-бот, в котором можно, собственно, звуки привязывать к словам без восклицательного. Вот. Так что. Планируешь проходить хоррор на канале? Я прям что-то по ним соскучился. Мы вот только-только закончили The Beast Inside, если что. Вот. И, в принципе, я в планах, как бы, у меня есть Moons of Madness. Да, потому что я вот так могу сделать. Надо не тормозить. Есть в планах Moons of Madness. Ой, будь здорова. Простите. Вот. Так что да, хорроры будем... Буду! Спасибо большое. Благодарю вас. Благодарю. Так что хорроры у нас будут. На самом деле состав команд сменился почти полностью с того момента, как начал работать. Сейчас уже движухи поменьше по некоторым причинам. А по каким причинам? А сколько ты работаешь в этой компании уже? Мне нужно вторую штуку забрать. Подождите. Ну вот я думаю, что мы сейчас разберемся тут с чем-то вот этим, и я хочу оставить как бы таким большим прохождением для... Нихера себе сейчас было! Большим прохождением оставить Death Stranding, а вот за мелочь взять что-то такое. Почти 2 года. А, почти 2 года. Ну, норм. Слушай. В принципе, да, за 2 года у тебя вот так вот переколошматится вся команда. Это норма. Это норма. Ты сам там как, не надумал менять? Я не знаю, что за чувак был в пакете, но этот чувак, как бы, у нас тут немножечко хоррор. Собственно, как было сказано... Black Dragon, Black Night Maxis, а у нас тут немножко капельку хоррор. И бегать нам, может, придется. Череп? Череп что? Блунь! Комиссия пока не оценивала эту игру. Молотком почти. Я просто не вижу здесь вообще черепок, если честно. То есть анг есть, вон он наверху, глаз. А вот череп. Вот он череп. А как мне молотком шлепнуть по черепу? Подождите. Все, я поняла. Я поняла, забудьте, ребята, забудьте. Забудьте. Попробуй свой положить. Какой ты суровый. Сейчас кто-то стучал. Игра напоминает смесь Little Nightmares и Дарка. Ой, блин, Инсайда. Но Инсайд больше...
Инсайт больше по вот этой тьме какой-то. Там тут ходит сейчас справа. Собственно, как бы нычка, ламповый тян, да-да-да. Я ламповая няша, сабдвач. Мур-мур-мур-мур. Дзелани. Инсайде больше... Ну, в инсайде больше серо, здесь все-таки есть чуть-чуть цвета. Чуть-чуть света. Но, конечно, чуваку нашему не везет. Inside Limbo вроде делали одни люди, как и Little... А Little Nightmares тоже делали ребята, которые делали Inside и Limbo. Потому что Limbo и Inside, да, одни и те же ребята. А вот Little Nightmare, я, кстати, Little Nightmares. Я, кстати, вот не в курсе. Кого прячется, как в мультиках это ловушка. От меня, я просто самый страшный здесь зверь. То есть как бы... Особо без вариантов. Ебать! Little Nightmare сделали нямки банда. Серьезно? Я вам скажу, что это суровые дамы очень. Люди торшеры. Это просто как бы лучший свет в нашей жизни. Это поспать мы прилегли. Ага. Игра сохранена, кстати. Прилег поспать. А тут, кстати, наше тело должно быть на минутку. Не, мы пока не будем ложиться, мы посмотрим, что здесь есть дальше. А дальше есть ровным счетом нихера, пошлите спать. Только я бы на нашем месте как-то дверь бы прикрыла, потому что ну, мне неловко, как-то неуютно, знаете. Здравствуйте. Опа! Один сплошной сон. Самое занятное, я не знаю, то ли это моя версия такая, то ли еще, но никакого стартового ролика не было. А его и нет. Нормально. Вот это я понимаю ход. Вот это я понимаю ход. Если у тебя, как бы, чтобы сократить расходы, ты просто убираешь... Нихуя себе, вы меня простите. Геймплей наше все в жопу ролики. У вас и стас маленький ключ. Вообще забавно, у тебя вот такая игруля маленькая, которая основана на переворачивании, собственно, реальности. Это забавно. Старые наручные часы здесь мы поставим. Пожалуйста, не падай на меня. Я не хочу здесь бегать, пожалуйста. Но мы сейчас можем перевернуть людей. И вот здесь встать наверх. Так уже ж вылезала чуть-чуть. Чё ты? Уже ж была хрень. Неприятная. Так, не сюда нам. Уже один чувак был, второй чувак был. А что ж, давайте здесь. Не, вот здесь.
Женщины-торшеры! Как тебе женщины-торшеры? Коробок спичек. Ты просто идешь рандомно и находишь штуки. Как бы окей. 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 По всей видимости, надо. Окей, пошлите. Пошлите. Пошлите, посмотрим. О! Гляньте, свет чужих фонарей, ребята. Алярма, все дела. Сюда мне надо было? Так давайте снизу, пожалуйста, никто не запрыгивайте на меня, потому что я охерею. Благодарю. Жги это все нахер, дерьмо! Нахер! Нахер! Неплохо. Вот это нихера себе! Буква Т. Вы видали часы? Вы видали, блядь, часы? В танк. Странный ремешок. Тебя только ремешок смутил. Неплохие такие часики у него в кармане-то лежали, ага. На минутку. Но он просто очень твердый, такой, на руку треугольную. Так, по-моему, здесь у меня уже все. Он буквой Т. Все, это все было ради того, чтобы мы могли опустить эту хрень, лол. Интересно. Окей, окей. Ну окей. Я надеюсь, что здесь глава 3 разблокирована. Мне интересно, сколько всего глав. Я очень надеюсь, что ни в один из моментов ебака на меня не выпрыгнет, когда я пью. Потому что это будет рип-викуля. Прям инстантли. Бегает он достаточно быстро, я вам скажу. Рычаг, да? Т! Типа рычаг! Именно так. Пока ты просто интуит... Отрубленная рука. Cause fuck you, that's why. Obviously. Ничего необычного. Обычный вторник. Какие ваши доказательства? Какие мои... У меня никаких доказательств. Парк, который называется Дарк, если я правильно поняла. Орнат. Но у меня ощущение, что вот там у нас основная игра начнется. У меня еще старое описание Steam показывает. Все еще милая, добрая игра, но она, в принципе... Но это не... Я его просто не меняла. Это не то, чтобы оно у тебя показывает. Я его не меняла. Все нормально.
Так что это милые, добрые игры, прекрасные, совершенно не страшные, совершенно жизнеутверждающие. Правильно я говорю? Правильно. Да, это не меняет того, что оно подходит. Прям тотали. Мы можем еще в другую сторону сбегать, потому что... Вы видали, как оно здесь качнулось? Опа! Не надо драть, пожалуйста. Не надо драть, говорю. Все еще очень милая, прекрасная, чудесная игра. Которая вот как бы... Здравствуйте, сейчас кошка на меня напрыгнет. Мне нужно все равно поворачивать вот эту хрень. Будь здорова! Что-то вторая расчихалась. Ага, вот сюда нельзя, потому что закрыла. Все. Окей. Но повернуть надо будет в разные стороны, потому что мы разные боковины будем видеть с разных сторон. Интересно. Какое описание у игры вообще? Так, вверх-вниз, влево-вправо. У меня нет для тут ничего для этого нет. Что такое? На кого они чихали, не знаю. Видите, как она забирается? Она подтягивается, зараза. Видите, да? Все, затарахтела. Затарахтела кошка. Она в последние дни как-то очень активно проявляет ко мне всяческое внимание. И всяческое вот это вот «мамка, дай залезу на плечо», «дай побуду пиратским котиком». Как же не люблю всякие такие головоломки, где еще есть всякие развилки, когда тебе требуют найти какой-то сатый ключ. Заходишь в какой-нибудь уголок и все, теряешься в этом лабиринте на много часов. Ну, здесь, видишь, справедливости ради, здесь у тебя достаточно ограниченное пространство. И не то чтобы очень много вариантов, куда пойти и что сделать. Поэтому в целом как бы fair enough. Аккумулятор нам вот сюда надо будет сейчас, скорее всего. Четыре какие-то штуки надо. Все, я поняла, что происходит. Да блядь! Один из моих любимых пазлов. И-и-и! Хватай! Ключ от машины. Ей! А, с кнопулями вот это вот дерьмо. Так, нет. А, пошлите машину открывать. Она у нас... Здесь. Звук единственное, что очень громкий, вот этих поворотов и открывания всяких штук. Громковато. Рукоятка. А рукоятка мне нужна была где, кто вспомнит сейчас? По-моему, здесь. Или нет? Здравствуйте. Случайно.
случайно. Блядь! Спасибо, что на время. Jesus fuck! Oh my god! That was intense! That was intense! ГГ! Та-та-да! Но у нас есть вторая рука, которой можно открыть второе вот это вот. Давай, опа! Второе. Что у меня в этом? Рукоятка. Рукоять мне не в этой стороне уже нужна. Рукоять мне нужна, по-моему, где-то здесь. Не здесь, с другой стороны. Как я понимаю. Так, нет, рукоять не... Подождите, а куда рукоятку? Где у меня еще были пустые мистяки? В колесо? Так, она сейчас не вставилась в колесо вон там. Вроде бы. Что здесь мы все забрали. Здесь мы забрали руку, поэтому с этой стороны я считаю, что мы решили головоломку. Ну да, закрывается эта хрень вся. Здесь вот эта штука, которую мы тоже порешали ее уже. Вот с этой стороны что-то у нас. Что там с этой стороны? Или в какое-то колесо имеешь в виду? Ну вот, рукоятка не вставляется. Не работает. Не работает. Что где-то я видела места, где нужна, нужно еще рукоять впилить. Здесь все. Здесь как бы все. Здесь ни хрена. Попробуй парк. Я не могу сходить в парк, потому что сейчас я тебе покажу почему. Потому что смотри, чтобы открыть парк, мне нужно от него. Такой. Вот вам котика, смотрите, сладкого. FBI нет, не сработает. У него голова просто болит, смотрите. У него голова болит, он за голову держится. Давай отрубим. Две! Мне нужны две руки. Поэтому мне нужно отрубить две руки. Вот и рукоять, собственно, куда нужна. Лол. Окей. Как-то это было не слишком интуитивно, мне кажется. Стрелка часов. Найден новый предмет. Кажется, с вот этой загадкой с часа... с входом, с замками, было не слишком интуитивно как-то, как по мне.
Одну оставим. Ну, оставим вон ту, которую я подобрала. Норм. Он так быстро забегает обратно. Чем же он будет за голову держаться? Пускай он за голову камнем держится, например. Сладкот такой. Сладкот. Я думала вообще, что в парке будет... ну, знаете, продолжение будет в парке, прям вот полноценное. Оказалось, что парк это достаточно такая мелкая штука. Ой, надеюсь, он не выйдет потом. Или выйдет, скорее всего, мне придется за ним бегать. Так он не выйдет. Ой, ёб твою мать. А нужно что? Она работала. Логично. Кто, блядь, здесь пошел, не поняла. А, здесь рука пошла, нормально. Все схвачено, Рибзя. У меня кошка уезжает. Все, четыре руки, нормально. Скатывается с колен. Ой. Вы мне предлагаете... Ага, они предлагают сюда сходить. Ну что ж, давай. Так, окей. Я так понимаю, что снова сон. Четвертая и следующая глава у нас сейчас будет. Да, игра сохранена. Четвертая глава разблокирована. Вам не видно, но очень, очень смешно крутятся усы. Не усы, вибрисы. Так, а чё оглавление? Мне интересно, если оглавление я сейчас шлепну, оно вылетит, ну как бы вылетит все это дело. А, подождите. В смысле? Вы хотите сказать, что три еще главы осталось? Всего. Нормально. Пожалуйста. Мне кажется, она не подойдет. Ну только если там... А может ты, короче, ты быстрее проходишь? Потому что я кто? Я гений. Ебать. Я гений головоломок. Понятненько. Какие ваши доказательства? А, тут только два варианта. Я думала, оно будет херячить на 4 прям. Какие мои доказательства? Ну, у меня нет доказательств, к сожалению. Мне нечего в свое оправдание. Обычно гений! Ванг! Что, у нас всегда есть во что поиграть, если мы быстро проходим игру, да, Пипс? Мне не нравится эта кнопка.
А мне здесь нечего вставить. Окей, сюда рано. Мне сюда нечего поставить. Нет диалогов, текстов, поэтому быстрее надо еще. Да, не нужно слушать, не нужно зачитывать, не нужно ждать вот это вот все. Как-то быстро такой тын-тын-тын, и как бы и погнали. Но есть еще один вариант, который заключается в том, что чем дальше глава, тем более она будет длинная, тем более такая, знаете, многослойная загадка будет. Потому что, смотрите, здесь вот это вот началось... Ой, тихо, ну не падай, пожалуйста. Вот это началось это дело. Никаких спаркл-спаркл, да. Никаких спаркл. Ты такая сладкая, шо нет? Скушала бы. Так, а это что? Не понимаю. Мисс Форшин прошли, да. Мы ее вчера еще прошли, она там совсем, ну, сколько за 4 часа почти со всеми, со всей болтовней, со всеми оговорками. Вот вот. Змея? Змея. Так, может, мы здесь можем так вот делать. У меня вряд ли была бы активная точка. Проблема в том, что лампочка не поворачивается дальше. Она не... А, все, пододвинула дальше до конца. Потому что я думала, что что-то с лампочкой, но не докинула до лампочки. Ну, все. Так, здесь все сделали. Поехали на другую сторону. Что у нас туточки? Так, а тут-таки у нас понятно. Я так делаю горячее. Ну, так вообще, как бы, когда делаешь, то она горячая. Так-то, да. Но вот нашему товарищу в целом норм, как видишь. Нашему дружочку-пирожочку в целом норм. Мне интересно, а змею мы сейчас сюда сможем как-то открыли. Ой, маска какая-то, гляньте. Позов... Не, получается, позавчера мы Мисс Форшин проходили. Не хочешь сейчас съесть, Пипс? Может быть, Илона. Маска Дарка. Так куда ее сейчас как бы присобачить? Кит ушел. Минус кит.
Так, а где у нас здесь? Надо было маску как бы въебенить, подождите. Я что-то сейчас не понимаю, вот, я что-то сейчас, знаете, потерялась капельку. И здесь у нас была эта подруга, змея. Так, ну тут понятно, мы сейчас вот это вот открыли. Но здесь мы уже были. Нам сюда больше не... А может быть и надо? А может быть и надо? А вот и надо, а вот и да, а вот и все. Здравствуйте. Сейчас будет страшно. Блядь. Ребята, я ваш. Ребята, я с вами. Все в порядке, честное слово. Так, норм, норм, а ну-ка. Ага, все, глава закончилась. Окей. Но здесь было, видите, чуть-чуть более такое развернутое, чуть более развернутая хрень. Надо было без маски туда зайти. А что было бы без маски, интересно, кстати? Как бы оно... Да, вот оно. Вот это сейчас была четвертая, сейчас вот у нас пятая будет. Слушайте, а может мы можем... Они были бы... Я понимаю, что... Я так понимаю, что они бы на меня сагрились все разом. Потому что... Я еще и пить не умею. Я так что капнул. Кто облился? Кто облился, Викуля? Фу. Мы заберем на электрику. Да, примерно как-то так. Что ты? Куда ты? Куда ты поехала? Поехала на трамвай. Иди отсюда. Уезжай. Ехай нахуй, говорится. Загробный электрик, судя по всему. У нас, как бы, понимаешь, вот последние игры получаются очень такие. Ты... Как бы... Разносчик, укладчик сетей, прокладчик, электрик, что хочешь, не трамвай, а монорельсовый кот. Она трамвай, потому что она в следующий раз, когда эту штуку сделает, я вам покажу. Но она цепляется за угол, ну вот есть нижняя вот эта вот сторона кресла, да, уголочек этот нижний, она сюда цепляется задними и передними лапами и начинает ползти. Если бы это была длинная, такая, знаете, шестиметровая хрень, она бы ползла просто как вот... Рельсовый кот так. Хотя это все еще монорельсовый кот. Сон внутри сна. Сон не внутри сна, вяяюшка. У нас уже сон, вернее, сон внутри сна, внутри сна, внутри сна, внутри сна, внутри сна. Внутри сна звучит как одно слово. Фу, ты прыгать умеешь? Вот это я понимаю взлом. Да мы еще и починщик, да мы еще и починжук. Беру назад. Мне кажется, ли мы куда-то поехали? Ох ты ж, ёб твою мать. Мы поехали. Мы в поезде. Твоя тоже так делает. Я не стала внутри сна, потому что мне кажется, возможно, мы просто... Возможно, мы просто поехали. Возможно, мы просто того.
Но, как говорится, ну уж и хер с ним. Ну уж и ладно. Я больше всего в поездах боюсь вот этого разрыва. И он через него прыгает, понимаете? Я через него перешагнуть боюсь, он прыгает. Норкуман. Восьмиугольная панель. Я думала, это тарелка. Это, оказывается, панель называется. Ох, нихуя себе. Здесь можно вот так аж сделать. Ключик. Возможно, вот и косплей Стрендинга. Я уже видела всякий раз. Ну вот как бы да, и нормально идет, ничего не падает. Чего вот это начались претензии к физике? Все отлично, как мы видим. Как мы можем наблюдать. Все прекрасно работает. Мурвулф, привет. Солвиш, здравствуй. Все, что мы видим и чем кажемся, не что иное, как сон во сне. Эдгар По. Однако, здравствуйте. Однако, добрый вечер. Вечерочек. Нет, шкаф не здесь, шкаф здесь. Бросай шкаф. Сейчас оттуда кто-нибудь выпрыгнет. Или нет? Штопор. Ладно, эту хрень мы открыть еще не можем. А что насчет все? Милая и добрая, милая и добрая. Тебе не нравится? Смотри, какое очаровательное. Посмотри, какая очаровательная игра. В прекрасных красках. Так, что-то нам надо будет здесь сжечь, что-то или кого-то, ребята. Что-то или кого-то. Это очень длинный поезд. Ох, твою мать. Ну, как говорится, ну что ж. Изолента, всему голова. Изолента, всему голова. А вот Кодзима не милый... Чё это не милый, не добрый? Милый и добрый... Твою мать! I got the problem. Все, у меня нет проблем, нормально. Все, закончили. Начни с конца. Да, 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 надо было с конца начать, но я уже как бы. Brute Force это мое второе. Все. Brute Force это мое второе, как бы я. Ой, красивая игрушечная пианинка. Я все загадки я все в жизни. Сначала делаю Brute Force. Так, он что-то не хочет ничего делать здесь, не пойму. Так, подождите, давайте мы вернемся вот сюда. Я сначала все делаю брутфорсом, а потом делаю не брутфорсом. Нихуя себе, блядь. Нихуя себе, блядь.
А, ну все, здесь вип как бы. А как до той стороны добраться, подождите? А, вот так вот до этой стороны добраться. Ёб твою мать, а можно я сначала исследую все? Как бы, вы погодите. Вы погодите так торопиться. А, вот эту хрень взорвать надо. Все, понятно. Вы погодьте. Это слишком... Нет! Блять! Ладно! Еба... Ладно! Похер! Я просто посмотрю. Мне просто, как бы, вот это, знаете, традиционная заправка. Так, первая вот здесь... Вторая вот здесь, третья вот сюда. После этого мы бросаем это дерьмо. Делаем... Как? Мне нужно на нижнюю вот сюда. Вот. Так, минуту. У меня пространственная... Соображение мое ломается. Оно падает вниз. Падает вниз. Вот оно, да, вот здесь надо хватать. Потом оно идет наверх опять. Так, здесь ничего нету, здесь ничего нету. Мне только спросить, да, да, привет, призрак. Потом оно опять идет наверх. Мне сделать надо вот это. Оно проходит наверх, 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 наверх. Вот сюда. Нет. Сразу вот это надо делать. Вот это хватать вот тут. И дальше оно пойдет вроде... А, нет, там неровно, гляньте. Там, видите, оно потом идет вон туда, и там есть разрыв еще один. Надо вернуться на место и прийти... А вот хер! А вот хер! Надо сделать вот так быстро. И вот здесь схватить. Ты прошел чаптер? А на каком ты? На каком ты теперь? Так, ну что ж, давайте как бы... делать, но это будет сложно, конечно. Это будет сложно. Сейчас мы тут и встрянем, Лега. Нет. Не запомнила. Сейчас мне вниз надо дергать. Только я не помню, один или два раза. Прошла, а? Идеально. А исполнение-то какое было? Идеалити. На третье, наверное. А, ну да, скорее всего. Потому что вторая там, где нужно все соединять. А третья это там, где...
А третья это там, где уже вот после соединения всех этих штук. И как тебе нравится пока то, что у тебя происходит там? Так, и надо посмотреть, куда он доходит здесь. Он слоника изображает, очень такого злого и кровавого слоника, мне кажется. Уголь. Походу, мне нужен был как раз-таки вот этот уголь. Блядь. Чтобы взорвать вон ту херню. Сейчас мы проверим. Вот кого косплеить надо. Самый легкий косплей в жизни будет. Я не знаю, сколько близко к нему можно подходить. И вдруг милого любящего обнимашника до встречи зашла. Обнимашки! Don't eat me, please! Чем дальше, тем лучше должно быть. Конец чаптера классный. А конец чаптера, он в самом конце, да? То есть ты когда все соединил, это конец чаптера. Перед слишком низко. Только не понимаю, то ли я пропустил туториал про грибы и камушки. Вот камушки я не знаю, что за камушки, а туториал про грибы там, по-моему, не было пока что особо. Вроде у меня тоже я не видела вроде туториал про грибы. Ебать! Короче, к нему нельзя слишком близко, либо я просто стоя подхожу, и ему не нравится. Ну что-то это не то место, где тупить надо. Алло, Вика, ты чё? Но хватает он достаточно бодрый, я вам скажу. Камушки игроки могут ставить вместо... вот про камушки пока не было, да, у меня тоже. Так что до четвертой главы... Ну, в смысле, до четвертой главы, а до этого... До... До этой станции. А это не... Не, уголь сюда не ставится. То есть мне что-то другое надо поставить здесь. До... Может, встречала? Ну, я с вот этими камушками, которые для отдыха, я их только встретила. То есть объяснений я никаких-то... Я то ли я пока что не прочитала, потому что я не все записки, не все записи прочитала. То ли чё. Либо мне нужно сейчас вернуться, потому что я где-то в прошлых вагонах пропустила. Видимо, я все-таки в прошлых вагонах пропустила. Потому что помните, там были штуки, которые я могла типа делать. Так что давайте мы сейчас вернемся. Видимо, это будет просто финальный проход. Финальная точка, последняя. Ну вот, здесь у нас уголь. Что-то еще можно сюда закинуть. Слушайте, это не финал. Может быть, я оттуда еще угля должна? Фраджайл, милая. Но я вот ее только один раз видела в самом начале. Вот той. Больше пока что с ней не встречалась, по-моему. Нихуй. Слушайте, я вам скажу, конечно, у них... Пианины? Нихера себе. Неловко. Неловко. О!
сожрала. Так, может быть, мне надо в чем-то быть, либо подбежать к ней быстро и схватить. Так, я подозреваю, что мне раны сюда. Ну, может, покормить тоже надо. Ну, может, они голодные. Ну, мне что, жалко, что ли? У меня они вон бесконечные. Мне не жалко вообще. Подумаешь. 1-2. Вот это первый вагон, в котором мы начали. И, собственно, как бы все. Я вам скажу, товарищи, ребята. Вариантов-то не особо. То есть мне надо как-то у нее схватить это говно и убежать. Но как? Так, а ну-ка подождите. Либо просто хватануть и бежать, что есть силы. Либо... Допрыгивает, как бы я далеко не побежала, она прыгает в меня и хватает. То есть, как бы вопросики. Давайте сейчас попробуем еще немного угля попробовать шлепнуть. Потому что вот здесь все еще можно что-то вставить. Может быть, здесь еще уголь нужен. Ящик не просто так катается. Я не знаю, если честно. В этом нету смысла никакого. Так, это финалочка. Я сейчас посмотрю еще раз уголь. Где здесь, блядь, еще одна? Может быть, здесь еще раз уголь нужен. Знаете, типа несколько ходок сделать. И вот это вот все. Вырубая противников, и они падают и умудряются дымиться. Да, это самое забавное, когда они... Нет. Эта хрень мне больше не нужна. Тогда у меня остается вопрос. Потому что в штуку, там где уголь, можно еще все еще что-то закинуть. А, что? И как мне справиться с той дамой? У меня нет спичек. У меня нет спичек. У меня в инвентаре сейчас нету ничего. Просто ноль. У меня ничего нет. Тухтунь. Я думаю, тухтунь надо вот сюда. Там динамит. Мне динамит сюда надо принести. Мне динамит надо вот сюда принести. Вот сюда. То есть, видите, да? Что-то все еще можно.
У нас нет динамита, мы не взяли его. Я его не могу взять. Сейчас буду пытаться брать динамит у бабки. Потому что, как вариантов, у нас не то чтобы много. Слушайте, а... Я с той стороны не смогу. У нее там динамит, да, сейчас я приду, покажу тебе. Окей. У нее вон динамит стоит, видишь? У нее динамит. Что с ней делать, я не знаю. Может быть, мне как раз-таки уголь нужен был. Короче, просто беги, Лизя. Не, она прыгает. У меня даже не... А, блядь. Найден новый объект, и она меня сжирает. Ну, то есть так не получается, видите? Ты не можешь схватить. Может быть, надо ее согреть, чтобы она, знаете, упала? Типа... Я не успеваю убежать. Я просто не успеваю убежать. Она агрится очень, она очень резко бросается в меня, видите? Сейчас я попробую еще разочек. Либо красться. Она принюхивается, по-моему, в какие-то моменты, нет? Забрали, Нурм. Нурм страта сейчас была. Вообще на изичек. Вообще на изичек. Так, а ну-ка, чё насчет вот этого? Не, не сюда. Не сюда. Я подозреваю, что сюда мы потом мы сейчас взорвем штуку. И найдем там что-то, что запихнем вот сюда. Скорее всего. Так, сейчас бы, блядь, вспомнить всю схему. Сейчас бы вспомнить опять всю схему. Так, вниз надо было. И запихнуть туда бабку? Нет, это... Блять. Рано. Принести ее туда и запхать насильно, а то чё, какого хера она вот это вот, слышите, сидит там, нюхает, зараза. Так, куда потом-то, по-моему, вниз? Да, вниз надо будет. Только один раз, по-моему, два раза. Пройдено, тоже нормально. Нормально. Сойдет. Так, да-да. Сделано. Пороблено, ребята. Так, у нас многоуровневый. Здравствуйте. А это обязательно?
Оно так крутить будет меня, что ли? Вы охуели? Так, теперь мне нужно опуститься вниз, крутиться, 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 крутиться вниз, наверх. Но это неудобно, ребята. Бабка приехала. Надо было ее взрывать, говорю ж. Тихо. Где я? Бабка приехала. И защитала до смерти, да. Так, где я? Оно еще не двигается, когда ты вот это вот делаешь. Это самая пососная головоломка во всей истории игр, 100%. Все, наугад. Наугад сделала. Все, что как бы... А вот сейчас я делала, когда камера уже отвернулась. Когда она отвернулась в предыдущий раз, я не могла двигать. Не двигалась ни хрена. Но это было сейчас неприятно. А, поджечь надо, окей. Вот и сиди там, дура. Как говорится. Yikes forever. Вот это вот всё. Справедливо, справедливо. Справедливо. Видимо, это... Наверное, наверное. Но это не очень как-то при... Ну, то есть, понятно, что у тебя есть 4 цикла вот этих. Но если бы я сейчас не тормозила, я бы не успевала сообразить, что происходит, если бы я на паузу есть. Ну, короче, как-то не продумано. Может быть, больше циклов надо было еще один минимум цикл дать. Хотя бы, и было бы идеально все. Все, закончили. Закончили. У нас стала 6-я и 7-я глава. Ну, то есть, как... Если только, конечно, да, сейчас в 6-ю пойдем. Если только 7-я глава не окажется такой, знаете, супер длинной. Супер длинной. Потому что как бы 2 часа. И то, при учете, что мы очень много. Было хорошо. Это было хорошо. Но только давайте главы без... Не главы, в которых придется постоянно... Надо 2 ноги найти. Не глава, в которых придется постоянно бегать от кого-то, я вас умоляю. Я думала, это в игре. Бабка опять прям. А можно ее размножить как-нибудь? Мальчик, подожди, я тебя уже не боюсь. Ты уже не выглядишь таким страшным, как эта бабка. Вернее, бабка выглядит гораздо страшнее тебя. В игре качественный артхаус. Ты имеешь в виду... что именно? Так. Эта штука мне нужна, деревянная доска. Это мне сюда не надо.
я вас умоляю, давайте загадки без вот этого говна опять. С типа кружащейся камерой. То есть идея с вот этой кружащейся камерой хорошая, но... Ага, это вы хотите сказать, что она где-то ходит? Стилистика, да. Стилистика здесь хороша, я с тобой соглашусь. В данном случае просто арт. Просто визуальный стиль. В данном случае просто... Да, будет интересно. Ну давайте только не идите за мной, слышите, там вот это вот, ебитесь в жопу. Простите, посмотрите. Вашу ж мать! Ну что это за дерьмо? Кому в руки насать? Не сюда. Не сюда. Не сюда. Окей. А куда? Интересно, подождите-ка. Меня сейчас интересуют несколько вопросов. Парочка. Вопросов. Лежи. Здесь нету ничего. Я просто не вижу, либо я где-то протупила, и я не вижу, как забраться с другой стороны. Потому что вот здесь я ничего не могу сделать пока что. Здесь нет прохода. Компас сюда не встает. Сюда компас тоже, естественно, не встает. Сюда нужна опять какая-нибудь буква Т. Подождите, а вот здесь я... Не-не-не, пожалуйста. Всё, да, я не досмотрела. Я не досмотрела, сорян, ребят. Туплю. Сорян, сорян. Окей, здесь будет сложно власти. Здравствуйте. Ху! Магнит! Я сбечу вот это вот все. Так, и это что у нас? Обнаружен. Are you bullshitting me now? Вы посмотрите, один из шести. То есть вы хотите сказать,
вы хотите сказать, что я пропустила 5 штук? Ну ладно, может быть 4, если я в третьей, если я в седьмой найду. Ну как бы, алло, здравствуйте. Хуяся. Расфигачил. Но просто в предыдущих местах вроде нигде не было этих секреток. Ну, в смысле, я ж вроде проходила все. А, это просто обсидеть, подождать, пока его отпустит надо. Все, окей, шо ж ты сразу-то не сказал? Если мы их не видели, это не значит... Ты как бы прав! Но мне не нравится, что ты как бы прав. Так, ну это я знаю, куда пошли. Я просто вроде везде была. В чем дело-то? I don't get it. Прекрасно. Та-та-та-та-та-та-та. Можно песенку какую-то петь. Где была эта проигрышная песня с вот таким началом? Человек патефон, блядь. У нас тут не демократия, нам никто не разрешал быть правыми, никто не разрешал быть правыми. Не, вы можете быть правыми чуть-чуть. Чуть-чуть правыми. Не очень сильно. Дешевая алкашка. Да, дешевая алкашка. Это что это? Сбитый. Я хз, что это. Мне стало интересно, что это, потому что я впервые увидела это. Bye, bitch, как говорится. Ага, эта хрень сюда идет. А, нет, нет, пожалуйста, вставь. Не то. Где знает, где ты? Надеюсь, ты меня здесь не видишь? Не пришел, ёб твою мать. Так. Подождите, а какой формы он? Мне нужна форма этого товарища.
мужик, не едь сюда, я тебя умоляю. Так, я знала, что должна быть, которая дует. Дует. Которая дует. Штука, которая дует. Мужик. Ой, давай ты как-то отсюда подальше дуй. Сейчас присобачился. Форма, предыдущее место, ты прав. Ебать! Еб... Залезем. Мистер Дудец просто на максимал. Вообще. Так, карандашик. Берем карандашик, потому что нам сейчас надо будет захерячить. Могли бы сразу сказать. Ну, они, в принципе, наверное, намекнули, что он не подходит. Я могла бы и записать, но кто же знал, что мы пойдем ключ переделывать. Зато тень такая. Пшуф. Шуф. Блин, этот мистер Дудка, это шикарно, посмотрите. Так он громкий и неприятный, а? Зато. Куда отсюда нахер? Та-тра-та-та. Так. Так. Палка-палка, огуречек, блядь. Две плоские и одна вот здесь с кружочком. Ну как этот управляшечек. Будто в дыру. Да я как бы там в дыру играла, но тоже когда было. Это ж это как бы здравствуйте. Ладно, окей. Как ты едешь? Едет. Дружок-пирожок такой большой. Тяжело, наверное, вот так вот. Тяжело ж. Вот так жить. Смотрите, у него и рука одна. Как быть-то? Маленький дуть такой. Вдуть. Так, до свидания. Как бы до свидания. Мне теперь надо... Ёба не очень, ну не так. Ставь взад, если умоляю, спасибо. И отойди, потому что он идет. Чё надо было? Бочина. Наверх. Бочина наверх. Вот так вот. Да, это форма. Это форма. О, господи. О, господи. Чихает, думаешь, поэтому он такой... Нет, чихает он, когда нас видит. Вот это чих. Вот это чих. Вот это я понимаю чих. А тут как бы он очень такой, знаете, может он спит, и это храп. Опять же. Мужик, ты как себя чувствуешь? Нормально? Нормально. Хорошо. Поехали. Вот тут, конечно, неудобно, что они эту штуку поставили, его не видать вообще. Дудя наш, вернее, чихающего мальчика. Как писающий мальчик, тут чихающий мальчик. У нас Death Stranding писающий, а этот у нас чихающий. И все нормально. Все схвачено.
Пока он додует обратно. О, господи. Чё, едешь? Вай! Вай, мужик! Едь дальше! Дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан! Все нормально. Нормально! Так, вставляй это говно в это говно. Повертай это говно в другое говно. Я передумала, верни обратно. Страшно. Компас! Хуй. Меня удивляет. Он поднял вот такую херню. Это что за... Нихуя себе. Надо, чтобы сверху было. А мы пойдем от жопы строить. Блять, опять она. А пойдем ли мы от жопы строить? А у нас не получится от жопы построить. А, подождите, получится сейчас от жопы построить. Вот. Сейчас мы от жопы построим. Тихо? Нет. Вот так раз. Только от жопы... Ну да, только от жопы тут и получится, собственно. И здесь наверху херня. Да. Женщина, давайте только не это. Не садиться на стул, где вас не гоже вам сидеть. Присяду-ка. Присяду-ка я, а то ну его в жопу это дерьмо. А не стоило. Фу, блять. Чтоб ты сыром обосрался. О, раз, нога. А хотя мы можем быть второй ногой. Мы можем быть второй же ногой. А не можем мы быть второй ногой. Потому что вот здесь сейчас будет вторая нога. Лут. Лутис. Жопа всему голова. Одна нога на четыре руки. Так себе. Ну, тоже справедливо, конечно. Не надо идти за мной только, я вас умоляю. Так, в жопу это дерьмо. Nice human. Good human. Вов, как бы норм. У меня только один вопрос сейчас.
нахуя мне вот это делать? Какой же это болт? Это шуруп! Сейчас кто-нибудь как выпрыгнет. Ну я тут как бы вообще вне сомнений, собственно. Блять, я ее жду. В принципе, как бы, если она хочет это покрутить педали, я-то не то чтобы очень против, если честно. А ты себя посадить не можешь, да не можешь, да? Так, а чё болт? Для чего болт? Подождите, для чего болт? Где у меня были еще штуки, которые я не могла достать? Чтобы его куда-то, на что-то положить этот болт. Это 100%. Но на что мне этот болт положить? Остается вопрос. Да, на что-то. Но на что? Что, все дуешь? Ну дуй. Закроем его там. Здесь был этот парняга. Слушайте, я не могу сверху пройти. Я не смогу. Вот же еще хрень. Подождите, вот. Вот оно. Вот же оно. Ебать. И плакать. А, окей. Что я могу вам сказать? Вот эти штуки у меня не получаются на максималках, ребята, чтобы вы понимали. Забудьте, все, забудьте, забудьте. Brute Force наш, все, забудьте, все, ничего не говорит. Забудьте. Да на легкое. А чтоб ты срала, говно сраное. Нам нужен ключ. Открывай эту дверь. А именно что? Побежали.
Ну, окей. Удлиняется вся эта хрень. Удлиняется вся эта хрень. Конечно. То есть седьмой уровень будет еще длиннее, еще больше. Я запомнила, что мне надо. Мне две в стороночке надо. Две в стороночке надо. Ключ будет много. Да, да. Он не зря просто штука, которая применяется один раз, она остается в точке, куда ты ее применил. А эта хрень, видишь, ее можно вытащить. Значит. Оно не на один раз. Но я надеюсь, что оно на. На два раза. Ты в какую сторону ехаешь? Пирожок, пирожок. Хочу гранат, слушайте. Ой, блин, непонятно, где он. Он напоминает начало. Лолда. Ноги два раза, да. Да. Зачем мне гранаты? Потому что они вкусные, я хочу их есть. Да, те самые гранаты. Так, ну он приезжает, я так понимаю. Поезд прибыл. Как бы на станцию. Следующая станция Таганская! Вот это вот все. Когда второй раз дунул, третий раз дунул, на третий раз я могу выходить. После третьего дуновения я могу спокойно в школе пойти отсюда. Да, монстры здесь, конечно, чудесные. Мне еще интересно, но это типа просто так, да? У тебя все монстры, у тебя все это не имеет смысла. Это просто сон во сне и сном погоняет. И сон собаки НЛО. Как бы. Вот это вот все. А потом нам придется финально бежать, потому что за нами будет бежать бабка с закрытыми глазами. Вот эта, которая принюхивается. Нюх тонкий. Вот, посмотрите. Вот, посмотрите. Может, в Сонике было бы написано, хотя у нас только одна. У нас только одна страница, как бы, из шести. Странно, почему из шести, не из семи. Семь уровней же. Семь же уровней. Меня еще радует, что они сохраняют вот на этих местах тебя. Ну, куда пошла? Потому что в седьмом... А потому что в седьмом мы бежим от бабки, именно так. И некоторые будут искать вот эти ваши секретики. Секреты для слабаков. Убегай не от бабки, вот это вот истинный. Истинное все. Вы шо, ведьмина? Я сейчас смотреть не поняла, сука. Все, я поняла, нормально, все нормально. Схема. Блять, тихо. Схема схвачена. А я-то думала. Вот сейчас бабка будет.
Стопудово. И придется от нее бежать, быстро тыкать ногу. И вот это вот все. Либо она сейчас будет бежать за нами внизу. Ну, в смысле, мы сейчас, скорее всего, опустим этот... Как его зовут? Лифт? Запустим лифт, и там придется от нее драпать всячески. На 100% все так и кончится. А в седьмом нету, потому что шестой и седьмой это одно и то же. Как бы. Потому что шестой и седьмой это одно и то же. Все, до свидули. Кому нужны ноги? Что и требовалось доказать, ребята. В седьмой главе мы прям от бабки. Прыгай. Меня убило? Меня не убило. И ее не убило. А, нет. Меня убило, ее не убило, меня убило. А, отбежать. Отбежать надо было. Ну, ребята, ну что такое? Ну что я туплю? Надо же было отбежать. По идее, она через эти дыры не может, не должна быть способна пройти. Минус 3, блядь! Ебать мой хер! И плакать в этот раз! Ебическая сила! Что ж ты делаешь со мной? Вай-вай-вай-вай-вай, они стреляют, это лампы так не работают, минуточку, подождите, лампы так не работают, алло, здравствуйте, минутку, я бы попросила, я бы вот упрошена, а можно в кровать сразу? Нельзя, хорошо, побежали, а хули делать, а что, какой у нас выбор, какие у меня варианты, ой, ебать, по-моему, вариант у меня не очень. Она слишком близко ко мне. Ебать! Нет, не трожь меня, женщина. Ой, уйди, старуха, я в печали. И я... Суровая бабка. Так, что-то не пойму, что там делать. Да, куда, а куда ты, а куда вы хотите, чтобы я прыгала? Я сейчас не поняла. Вот в Beast Inside все вот эти штуки сделаны гораздо лучше, между прочим. Там ты сразу понимаешь, что ты делаешь. Потому что здесь я уже как бы, простите, минуточку. Бабуль, я кошку не хочу, пожалуйста, бабуль! Я не понимаю.
что мне делать? Падай вверх, в смысле? Но у меня же там нет возможности. Удивительно, как она не падает, кстати, лицом в этот... В... Так она же там идет, как я отбегу-то? Собрали. Всех, сука, собрали. Посмотрите на них. Всех, блядь, собрали. Шо за вы... Шо вы за мной охотитесь, я не пойму. Шо началось-то? Почему я слышу звук портала открывающегося? Дьяволы. Похоже, кстати. Мальчик, давай ты будешь моим другом и спасешь меня. Спаси, мальчик. Пожалуйста. Чтоб я поела, но я же не голодная. Но я же только поела, я же сытая, я же с полдника, вот это вот все. А вот это красивый кадр, кстати. Вот это вот. Спасибо, я не голодный, да. Вы не моя бабушка. И вот это вот все. Что? Простите? Почему звуки детей там сейчас были слышны? ББ? Окей. Как-то так все. Как-то так. Она супер короткая. Супер короткая. 2:40 у нас занял. Ну, как бы 2.5 часа, потому что пока там мы болтали еще очень много. Вот это вот все. Как-то. Как-то так. Та-та-да! Как-то так. Все это и выглядит. Как-то так все это и поигралось. Что ж, идем традиционно в список игр. I did it! Немного фоном вынуждены смотреть, потом пересмотреть надо еще. Окей, окей. С динамитом было прикольно. С динамитом было забавно. А штука с крутящейся вот этой херней была моя... In memory of my father, Alex Markulitz. Ага. Вот эта вот штука с крутящейся камерой была самая наименее прикольная. Потому что, опять же, у тебя есть 4 оборота на то, чтобы решить загадку. 4 оборота на то, чтобы решить эту загадку. И как бы на такое себе ограничение. А, плюс, опять же, теперь понятно, почему у тебя...
6 страниц, а не, собственно, как бы 5. Не 7, вернее, 6 страниц, а не 7. Искать я их, пожалуй, не буду. Визуальный стиль прикольный, музыка прикольная в игре. Непонятно. Непонятно, почему в конце был звук чвяк-чвяк-чвяк, а потом плач ребенка. Кто-то мы родились, кто-то родился, что произошло? Пауэр будет кинуть динамит. Непонятно, что случилось. Непонятно, что произошло. А, смотришь, смотришь, как шнур догорает и кирпичность. А, что-то не то. Но мне, в принципе, вся эта загадка, ну как не загадка, а вот эта штука с динамитом понравилась. Да, туда-сюда, туда-сюда. Ну да, ты такой сидишь, как бы я нажал. Давайте, взрывайте, блядь. Ой, это, конечно, прекрасно было. Вот, короче, как-то так. Ребята, как-то так. 2:40 я пойду традиционно, традиционно, по заветам всего. Удалю игру. Минус игра. Минус еще одна, которая нигде, как бы, ни в каких списках не было. Но минус еще одна. Я вчера или позавчера посмотрела свой список пройденных игр. Если вспомнить, как редко я оттуда вычеркиваю что-то, то, на удивление, он слишком большой. Если вспомнить, как редко я оттуда что-то вычеркиваю. Ну да, минус одна игра, и теперь их не 75, их теперь 74.